Так, восьмой вопрос. С чем вы связываете наибольшие надежды на изменение ситуации в стране? Аня, я думаю, что отойдет от власти эта группа тем или иным способом. Может быть, не сразу, это может занять очень долгий период. Но она отойдет, она неэффективна, она мешает развитию. Она, так сказать, стоит или лежит поперек развития государства. Дезинтеграция совершенно очевидна, это будет много разных государств. Часть из них будут развиваться вот этим имперским неэффективным путем. Уверен, что будут государства, которые выберут или смогут выбрать демократический путь развития. Будут государства с жесткими авторитарными условиями. Вот, разные направления развития и конкуренция между ними будет очевидна. И, к сожалению, и этого исключать нельзя, будут конфликты, в том числе военные конфликты, региональные, территориальные конфликты, войны за ресурсы. Что-то надо сделать с ядерным оружием, чтобы оно не участвовало в этом процессе конкуренции. Следующие 50-100 лет будут непростыми.